Всем доброго утра, мои дорогие, любимые подписчики! А я снова на кухне с утра. Часов 9 уже. И что я делаю? Я собралась на завтрак с девочками. Нас пригласила одна наша Югиня к себе домой. И я решила порадовать их выпечкой. Напекла с утра, блин, оладушек. Взяла варенье. Не знаю, какое получится, по-моему, абрикосовое или из персика. И сейчас жду команды, когда придет за мной Катюшка. Поедем мы туда. А девчонки подберут нас на машине и поедем. Вот так я сегодня оделась, так холодно, привела себя в порядок, сделала йогу. Боже, с утра такое позитивное настроение, чего и вам желаю. Ой, так это чудесно, когда есть подружки встречаться. Да, мы почему так решили, потому что у нас похолодало, и вот решила нас девочка пригласить к себе. Вот, наконец-то надела свои новые ботиночки, которые, ну, почти никуда не одеваю. Ну, а также мы будем рисовать. Вот мои пакетики. Наконец-то одела ботиночки я. Вот, мои дорогие. Выгляжу я так. Так, закрою сейчас свой шкафчик. Выгляжу я так. Что-то я дома сижу, думаю, я кушаю, кушаю. А нет, влезла в свои штаники. Так что вот такая я яркая. Сегодня же день Венеры, девочки. Красьте красную помаду по пятницам. Сегодня же старый Новый год, поэтому я достала утку. И по приходу буду жарить ее в духовке, но уже не буду с яблоками. Просто положу ее в пакет специальный такой, да, для запекания. И буду жарить, посмотрим. А сейчас вот я собрала. Вы знаете, как холодно, несмотря на то, что солнце. Такая холодина, но нам не страшно. Тара-та-тара. Я так рада вообще, я так рада, девчонки. Смотрите, как куда мы пришли к нашей Валюшке, хозяюшке. Пригласила нас сегодня. Смотрите, какой стол она нам накрыла. Мы сейчас будем завтракать. Еще кто мне? Это я испекла оладушки. Это резка. Ее царская кровать. Она живет в районе Теджи. У них такой красивый сите. Бассейн летом здесь. Видите ракушки? Валюшка сама собирала. Шикарная квартира. С женой. Олеська такая. Олеська. Олеська. Хулиганочка наша. Девочки вообще случай просто очень неожиданно. А сейчас мы вышли на прогулку. Вот такое сито, напоминает пансионат, утки, вы видите? Розы здесь, так много роз в этом сито. Тут бассейн, красота. Уже год мы вместе, друзья мои. Я набрала розмаринчика у Валюши в огороде. Во дворе растет розмарин. Ну, погода сегодня обалденная. Если бы не ветер, вообще было бы все замечательно. Розмарин есть. И вот и утка. Сколько килограмм этой утки. Красивые утки. Ходим, гуляем по ситы. Красота. Девочки, это что за мандарины? Давайте их тоже сорвем. Девочки, давайте их тоже соберем. Для Сандрочки. Как интересно, вы видели такие мандарины мелкие? Семья блогера, блогер семья. Все снимаю. Так розмарин пахнет, приятно. Все снимают, девочки. Вы видите на это чудо? Так приятно, когда он
возле меня. Рисую нейрографику, а он: иди сюда, иди ко мне, иди. Как он любит телефон и сниматься на камеру. Мой красавчик мальчик. Да, любимый, да, мой хороший, да. Нравится мой манер. Ну, не надо кусаться, ну чего ты. Такое чудо у меня. Добрый вечер, друзья мои, с наступающим Новым годом. Мы сегодня пожарили с Ашкемом уточку. Сегодня она у меня вышла красивая. Также у нас грибами, макарончики, салатики. Ах, это уж все у Нашки. С Новым годом! Скажи с Новым годом! С Новым годом! С вами я, Светлана Ата. Сегодня такой замечательный день, потому что я опять учусь. Обучаюсь сейчас в крипте, потому что наша платформа «Бизнес» открывает свою метавселенную. Наша монета крипто, гигакоин, выходит на биржу, поэтому я должна все знать, так как я лидер. Скоро буду лидером второго уровня. И я купила курс. Прохожу курс по крипте начальной. Потом планирую еще докупить такой полный, насыщенный курс. Как интересно, у меня такая энергия вообще, не знаю, выросла. Кстати, я сегодня лекарства не пила, вот это я забыла. Так, мои дорогие, сегодня на ужин я приготовила, смотрите, какую красоту. Я не только учусь, я также и хозяюшка с Ашкимом. Да, Ашким? Да. Ашким пришел, да. Это с овощей, не знаю, что вышло. Я пережарила отдельно баклажаны, кабачок в духовке, и потом все перемешала с картошкой, с морковкой. И у нас такая красивая ставритка, рыбка. Еще макароны. Вот. Вот такой вот у нас ужин. Друзья мои, так холодно, что нос не хотим даже вытаскивать, высовывать наружу. Сидим со Ашкемом в чили. Ну, я сегодня позанималась йогой, целый час занималась. Субботнюю йогу. Мне так понравилось, так понравилось. Вот, вышла на балкон и не хочется выходить. Чуть-чуть дождик у нас был. Ой, а холодина какая. Нам за свет пришел чек около 800 лир. Ну, не страшно, ничего, это же не каждый месяц так. Так что вот, мы сейчас будем с ним ужинать. Приятного аппетита нам. Всем привет, мои дорогие. Я после 4-дневного заточения решила прогуляться. Не только работать надо, но и отдыхать. Друзья мои, смотрите, возле рыбного базара никто не срывает апельсины, как мой муж говорит. Но это не апельсины. Ашкем, бу портокалдиль. А какие они насыщенные, вы видите? Какие сладкие. Бу портокалму? Портокалдиль, Ашкем. Какие они красивые, вообще обалдеть, да? И столько их много. Падают на землю. Хады бакарис бу портокалму? Шли и куда мы пришли? Посидеть, подышать воздухом. Погода сегодня замечательная. Море красивое. Скоро лето. Февраль и все, и лето. Здесь лимон. Лимон? Лимон. Интер говорит, что здесь раньше был эскитонас. Рома дынами. А, в римские времена. Burası buraya geliyor, ticari gemiler. Buraya park ediyor, sonra devam ediyor, orada mallarını satıyor. Orası ticarethane. Ticaret yapmış. Как интересно. Так интересно, рыбак как рыбу ловит в сети, закидывает. Что-то есть, Ашкем, алды, варбалык. Как интересно, да? 4 штуки он поймал, друзья мои. 4 штуки за один присест, отлично. У нас еще будет. Покажу вам, как забрасывает
сети. Четыре рыбы за один раз, хорошо. Еще до этого у него сумка полная. И трудно тоже, да, в такую холодную воду. Наверное, не чувствует. Профессионал знает, как это надо. Удачи ему, чтоб много поймал. Наловил рыбки. Раз, два, три. Знает он так. Друзья мои, еще есть полно. Как классно. Большие такие. Удачи ему. Сегодня мне мой Ашкем сделал сюрприз. Как мы давно с ним не выходили никуда. Пригласил меня в кафе, мои дорогие, выпить пивка. Ну, сегодня это я собралась на Zoom выйти. Мне нужно, мои дорогие подружки, иногда разделять что? Желание своих любимых мужчин. Чтобы у них не возникло желания разделять их с кем-то другим, друзьями и все. Это счастье, когда ваш мужчина хочет вместе с вами проводить время. Поэтому отношения, я работаю над отношениями, каждый день строю. Всем приятного аппетита, мои дорогие. Хотя у меня другие были планы, но Вселенная так распорядилась, и я принимаю все с благодарностью. Как у нас романтично, так хорошо мы слушаемся. Да, Ашки? Да. Романтично. Очень. Ашки знает по-русски. По-русски. Я с ним по-русски говорю уже в последнее время. Да. Да. Конечно, мы проголодались и пришли в ресторан такой. Приятного нам аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.